Всем привет! Держите пряник сегодня! С вами Артём Динамик, и мы играем в игру под названием LEGO Worlds. Ну что ж, друзья, это очаровательная игра, которая, как вам объяснить, ну если вы любите Майнкрафт, то вы должны полюбить LEGO Worlds. Здесь будет огромный открытый мир, строительство, всякие открытия и все прочее. В общем, очень много клёвого. Ну вот, и все это в антураже LEGO, там будут какие-то лицензионные фигурки, также будут что-то новое. То есть давайте уже смотреть. Новая игра, я немножечко запустил, потому что решил проверить управление. И давайте погнали, посмотрим. Сохранение завершено. Так, играем, поиграем новую игру, просто не в онлайне. Итак, наш космонавтик. Метеорит сбивает наш звездолет, и он начинает падать. Второй метеорит сбивает второе крыло. О боже мой, что же уже творится? Ну, как обычно, и мы летим на какую-то маленькую планетку, обратите внимание. Транспорт с курицами. Нет, животные! Все рушится, друзья, все рушится и падает. Ву-ву-ву. Блин, ребята, это очаровательная эта игра. На самом деле, водитель грузовоза схватил курицу. Эта игра, вот, на самом деле, сродни такой я и ждал. Потому что Майнкрафт, честно скажу, немножко поднадоел. Зажмите Tab. Tab открывает меню, можно выбрать себе внешность. То есть, вот такое лицо. То есть, тут сейчас пока два варианта. Это покорительница галактики, либо космонавт. Ну, так, говоря за мальчик, космонавт. И также, так как я предзаказал, да, то... Соответственно, вот такая вот еще бейсболочка с логотипом разработчиков. Давайте выберем ее. Все. Будем вот такие мы. Вот, падаем мы уже на этот Лего-мир. О, можно управлять, смотрите. Опа. Пиратская бухта. Пиратская бухта. Блин, ребята, очаровательно, да? Ваш первый Лего-мир. Привет! Сколько вас ждет открытие? Но ракета пострадала. Для ремонта понадобятся золотые блоки. Золотые блоки нужно найти. Хорошо. Так, я просто знаю, что сейчас тут где-то должен еще упасть метеорит, в котором будет необходимая нам штучка. Ой, птицу надо было поймать. Так. Вот он, метеорит. Смотрите-ка, метеорит. Я не могу. Метеорит упал где-то там, да? Так, кстати, чайку хочу поймать. Тут можно было поймать чайку. Так. Сейчас мы... Оп. Кстати, по-моему, если бить по кустикам... Стой, чаечка, стой. Ой, нет, все никак не могу поймать чаечку. Ребята, игра просто обалденная. Вот видите, падают. А если... Непременно осмотрите место падения. Да, хорошо, конечно, мы пойдем. Ого, вон туда упал метеорит. Так, мне бы чаечку поймать, а? Я это не поймал. Вот еще одна. Оп, поймали чаечку, ребята, теперь у нас есть чаечка. Это хорошо. Так, нам на место падения. Пойдемте сходим. Так. Ага, пушка и монетки. Инструмент исследователя. Ну, чаечку мы отпустили. Исследование. Так, посмотрим видео. С помощью инструмента исследователя осматривайте и собирайте новые модели, костюмы, существа и транспорт. Добавив их в коллекцию с помощью этого инструмента, размещайте их в любые миры. Ровно ага. Туда, куда нужно. Или выбрасывайте их в пропасть. Овладение инструментом исследователя – ваш первый шаг на пути к званию мастера-строителя. Мастер-строитель нужно получить. Окей. Так. Тут чаечка. Мы ее возьмем. Пусть у нас будет чаечка. Так, и давайте попробуем инструмент строителя. Я вам сейчас покажу его. Так. Смотрите, вот идет свинья. Мы можем ее скопипастить. Она из капсулы. Доступен новый тип открытия. Вот смотрите. Существа. Теперь у нас есть существа. Мы можем их плодить. Так, давайте костер. И чаечка. Доступен новый тип открытия. А, чаечку. Объекты, а существа. Ага, чаечку тоже скопировал, отлично.
Так. Пойдемте дальше. Стоп, что было? Ага, вон там под водой можно, смотрите. О, большая спиральная раковина. То есть это чертежи, ребят, мы собираем. Собираем чертежи для того, чтобы впоследствии мы могли это все использовать. Так. Что тут? Так, это желтеньким означается то, что у нас уже есть. Поближе. Если подойти, можно дотянуться? А может вот тут? Ага, он, значит, спрятал. Так, давайте возьмем. Вот, затянулся. Увядший сорняк. Пучок травы. Так, хорошо. О, лодка там тоже скопировать надо будет. Смотрите, рыбка плавает. Давайте. Я просто знаю, что ее можно собрать. Вот. Песочно-зеленая рыба. В общем, суть такая, смотрите. Вот, предметы. Предметы. Мы заходим. Так, секунду. Предметы. И у нас есть рыба. И теперь можем бегать и бить рыбы, ребят. И это очень клево. Но пока возьмем инструмент строителя, да? Для того, чтобы нам скопировать новые части. Так. Там пират стоит. Ребята, пират. Сейчас мы, я хочу скопировать. И пойдем к пирату. Лодку. Чук. Видите? Лего-пират. Доступен новый тип открытия. Транспорт. Транспорт. Ага, хорошо. Я понял. Так, ну что, погнали. Смотрите, он еще вот так вот лазит везде. И двойной прыжочек есть. Очень клево. Так, там сундук. Ой, еще сундук. Так. Ну, давай. Вот, получили мы монетки. А, кстати, скопировать сундук нельзя. Сейчас посмотрим. Так, нет, сундук нельзя исследовать. А тут что-то загорелось, можно было. А вот можно исследовать. А, вот, смотри, факел. Ядра. Так. Флаг пиратский, клево. Ребята, это все можно будет потом установить, вы поняли, да? Так, давайте. Возьмем. Очень клево. Так, вот это тоже, наверное, надо сосканировать. Какая-то бочка, да, или что это? Пиратская бочка с пуншем. А ей можно жмякнуть? Да, ей можно жмякнуть, из нее выскочит всякое разнообразное. Это здорово. Так. Флаг у нас есть. Вот он залез. Пойдемте еще поверху походим. Блин, ребята, это очень клево. Да? Вы согласны со мной? Пишите в комментариях, как вам вообще. Эй, привет! Так. Так. Блин, мне очень нравится, знаете, атмосфера. Она вот изначально, она позитивная. То есть сейчас во многих играх вас загоняет какой-то негатив. А здесь вы строите еще и в позитивной атмосфере. Оп. Оп. Так, коробку с ядрами можно ударить? Да, из нее тоже что-то вылетело. Точнее, не что-то, монетки. Так, вот это тоже надо скопировать, я уверен. Ага, отлично. Теперь ударим это. Заберем. Монеточки. Так. Так, что там? Ух ты, золото. Ну-ка. Да, о, летит такая хорошо. О, ребята, классно, мы разбогатели практически. Так, сундук. Хорошо, так. Теперь мы, что у нас тут? Это все есть, вот этого нет. Так, спрячем. Хорошо, еще монетки. Так, ломаем все. Все, поломали здесь пиратам. Ну ничего, я думаю, они нас не сильно обидятся. Привет, братишка, сейчас мы к тебе подойдем. Так. Угу. Ну ладно, давайте подойдем, поговорим с ним. Для уюта хочу поставить на этом корабле пиратский трон. Окей. Ему нужен пиратский трон, тогда он даст нам золотой слиток. Ладно, пойдемте искать пиратский трон. И при этом будем копировать. Так. Игра, кстати, создана... О, сколько всего засветилось. Раз. Большой цветок. Два. Так. Три. Так, вот это светится, ничего попасть не могу. Вот это четыре. О, ребят, мы сейчас накопируем.
А потом, когда я вам сейчас немножечко подрасскажу, то есть суть в чем? Суть в том, что сейчас это по сути обучение. Сейчас будет несколько маленьких мирков, а потом будет огромный open world, в котором можно будет творить все, что захочешь. И это, блин, настолько круто. Вы... Также, если вам понравится, нужно объединиться с кем-нибудь, типа, вместе бегать. О, смотрите, замок песочный. А нет, это замок из песка, красный флаг. Ага, еще один красный флаг, но он у нас есть. Так, о, трон, ребята. Трон, который он хотел. Давайте его скопируем. Так, костер у нас есть. Скелет. Кости скелета. Ага, здесь вроде все. Да, все же? Да, вроде все. Так, здесь есть что-нибудь? Вот, такая трава нам нужна. Пучок травы один. Хорошо, так, чаечки у нас есть. О, еще пучок травы какой-то. Так, деревья, к сожалению, копировать нельзя. Так, ладушки. Давайте посмотрим. Ух, там что-то какое-то, смотрите. Вот еще пучок травы. Зеленым флажком, интересно, можно скопировать? Так. Да, зеленым флажком. Классно. Отлично. Так. О, стоп. Крабик, кстати, там рыбка плавает. Такой у нас не было. Давайте залезем. Так. Вот подводный мир, ребят. Стой, рыба. Ты рыба моей мечты. Только ты. Так, надо под воду уйти. Вон она плавает. Золотая рыбка. Так, есть золотая. Так, и там еще какая-то. И серебристая. Угу. Так, крабики, понятно. Так, золотая, серебристая и зеленая у нас есть. Так. Так, вот это можно взять, водоросли, вот такой цветочек можно взять, небольшой коралл, это у нас есть? Есть, такая лодка у нас есть, вот такого нету, блин, ребята, знаете, интересно даже вот бегать и копировать сейчас на данном этапе, то есть, понятное дело, что надо выполнить квесты, но мы обязательно их выполним. Так. А я не туда шел-то. Погнали. О, ниндзя. Давай, побежали. Блин, ребята, мне так нравится. Тише ты. Так, вот смотрите. Вот здесь еще один золотой блок, да? Тебе что нужно, дорогая? Капитан хочет построить пиратскую часовую башню, но я не могу открыть сундук. С чертежами поможешь? Так, я об это не уколюсь. Так. Нет, не уколюсь. Так, давайте, знаете, что посмотрим. Вот таких, вот такой скелетик еще добавился. Колючки вот такие добавились. Вот их можно чпок, видите, правой кнопкой удалять. Не бить, а удалять. Так, окей. Нам нужно открыть этот сундук. О, залез. Ух ты, чертеж. Чертеж пиратской часовой башни. Доступен новый тип открытия. Так. Постройки из блоков. Давайте поставим ей башню, она хочет. Так, ну, вот тут тебе поставлю, ничего. Ну-ка, посмотрим, как она выглядит. Ух ты, здорово, вы нам дали золотой блок. Начинающий строитель. Отлично. Золотых блоков. Так. Первый шаг на пути к званию мастера-строителя. Отлично. Первый шаг Но сделал. Но для ремонта ракеты нужно еще два золотых блока. Вот такой желтый флагом теперь у нас есть. Классно. Смотрите, первый мы взяли первый. А... Так. А
Вот, на Ку можно быстро вытаскивать, просто чтобы на тап не держать. О, смотрите, синим флагом. Давайте еще возьмем синим флагом. Класс. Класс, ребята. Так, кресло мы ему поставим. Так. Свинью я скопировал. Давайте уберем пока. Чтобы у нас персонаж побыстрее перемещался. Так, и вот. О, закинули. Первый блок мы закинули. О, смотрите, там курочки. Ворота. Скопируем. Курочку. Так. Отлично. Так, а тут есть что-то? Ничего не мигнуло. Так, тебе что надо от меня? Несколько свиней и куриц от меня сбежали. Ты должен, должны быть здесь, ты меня понимаешь? Короче, нужно еще две курочки и три свиньи. Сделать ей, да? Так. Держи свинью. Ну и что? Не понял. Может быть, она мешает? Так. Или подождите, или может быть надо дать ей, не совсем понял. Вот, раз, два, три. И теперь нужно хрюндерей. Раз, два, три. Отлично. Ой, золотой блок наш. Супер, ребят. Второй квест выполнен. И, соответственно, мы можем перейти к третьему. Третий квест у нас там. Оп. Уже два из трех. Два из трех. Еще один, и можно лететь в другой мир. Вот, видите, можно будет лететь в другой мир. Здорово, да? Смотрите, какая хрень. А можно ее скопировать? Не, по-моему, нельзя ее копировать. Да, ее нельзя, к сожалению, скопировать. Но прикольно. Так, ладно, прячем. Пойдемте к этому, к пирату, да? Кстати, а под пиратским кораблем ничего нету? Оп, залазим. Так, ему надо поставить трон. Так. Ого, сколько у нас всего, ребята. Так. Держите трон. О, спасибо. Третий блок. Отлично, ребят. Блоки мы все сделали. Открыто достижение профессионала пиратской бухты. Начинающий строитель. Звание 2. Строитель-первооткрыватель. О, строитель-первооткрыватель. Хорошо. Классно. Три золотых блока. То, что нужно вашей ракете. Так, давайте. Поздравляю. Спасибо. Сейчас перед тем, как все это сделать. О, смотрите. Не-не-не, иди сюда, свинка. Смотрите, прикол. Поскакали, ребята, поскакали. На свинье, на свинье, ребята. Вот это да, можно кусты ломать на ней. Да-да-да. Давайте поскочим. Хорошо, мне прям нравится. А вам? Это же весело. Лам... Ай, свин, тихо. Ой-ой-ой, у нас тут с хапульками проблема. Так. У нас большая проблема с хэпушечками. Так, ну ладно, пускай. Я не могу, не скачу на свинье. Так. Отпустим свинью.
Так, один блок и второй блок. Все, наша ракета готова. Теперь мы можем в нее забраться, я так понимаю, да? Ну, очень хочется узнать, мы все ли взяли здесь. Сколько у нас предметов, интересно. А можно как-то посмотреть? Сохранен 22 из 400. Сохраненных частей мира 22 из 400. Вы шутите, друзья мои? 22 из 400. А чё я тут не открыл? Может быть, на дне там много, но я пока могу только с берега это делать. Так. А, кстати, хотел вам показать. Это тоже я при тесте обнаружил. Смотрите, по деревочек. А теперь оп. Оп. Такой паркур. Хорошо. Так, отлично. Ну ладно, погнали на нашей ракете дальше. На карте галактики отмечены все миры, которые вы посетили. Тот, в котором вы находитесь. И те, что еще предстоит исследовать. Собирайте золотые блоки, и вы сможете добраться до больших планет с несколькими биомами, где вас ждет множество новых открытий. Вот видите? То есть, смотрите, можно сюда, да? Или что? Ну ладно, цель пока сюда. Погнали. Посмотрим, что там будет у нас за планета. Ух, полетели! Блин, ребята, атмосфера игры просто прекрасная. Я уже, вот знаете, у меня уже руки чешутся, да, то есть нам до следующего, так скажем, мира, да и до следующего, как бы, ну, начать уже развиваться по полной, чтобы это все было очень клево. Совершенствуем строительные навыки. Раскладываем добро в сундуки. Вот, можно приблизить, отдалить. Наш любимый формат Alexa. Ну, что-то там. Так. Это была загрузка, да? Довольно быстро, кстати. Ух. Опять, надеюсь, не разобьется у нас корабль-то? Нет, он теперь, видите, приземляется как... Фу, магма, ребята. Вот это я сейчас тут полутаю. Вот это да. Первобытные опасности. Первобытные опасности. В облачке мыслей над вашей ракетой можно увидеть, сколько золотых блоков осталось до следующего уровня. Учтите, что не все миры изобилуют золотыми блоками. Собрав все доступные блоки в одном мире, отправляйтесь в другой. Там вы наверняка найдете еще. Так. Небо рушится. Метеорит еще один. Показалось. Просто еще один метеорит. Круто. Так, что там выпало? Ух ты. Изменение ландшафта. Новое, короче. Смотрите. Изменение ландшафта. Угу. Этот инструмент позволяет изменять поверхность Земли. Крутяк. Воздвигните гору. Вот. Создайте долину. Или снесите целую деревню. Инструмент в ваших руках. И решать только вам. Вот это да. Ну-ка, давайте испробуем его. А что, я не могу? Ладно, потом, наверное, объяснят, для чего нужен. Так. Давайте вот это все. Соберем. Гляньте, сколько все классно. Так, это что? Обгоревшее дерево. Так, он хочет, чтобы я ландшафт изменил. Сейчас, погоди, я тут пособираю. Мини-фигура, красный паук. Так. Вот еще что-то. Маленькое озеро лавы. Здорово. А это взяли. Вулкан какой. Ребят, интересно, а в нем можно сгореть?
Так, сейчас я к вам подойду, ребята. Сейчас. Сколько всего? Так, вот это можно взять. Маленький череп. Так, вот там что-то. Обгоревшее растение. Здесь, короче, было извержение вулкана, и все сгорело, похоже, друзья. Все, похоже, сгорело. Так. Ну, давайте уберем. Ай-яй-яй! Зад поджег. Видели? Оно застряло. Твоя помогай, моя давай это. Можно поднять или опустить поверхность. Как лучше действовать, зависит от ситуации. Так. Доступно. Повысить и понизить. Окей. А как понизить? Я, кажется, повысил. Так. А во. Во, пошло, 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 пошло. Так. Чуть посмотрим, что мы делаем-то, а то непонятно. Так. Слушайте, ну это довольно, кстати, муторно, я вам честно скажу. Так, а с этой штукой он даже не прыгает. Так. Ну, все. Ура, золотой блок, отлично, понизили. Довольно муторно. И с точки зрения... И с точки зрения этого управления очень удобно. Но мы танцуем очень-очень клево. Меняйте клево. Ландшафт ответственно. Меняйте ландшафт ответственно. Я вообще не любитель сильного изменения ландшафта, если честно. Так. Почему? Потому что я считаю, что это Лего, и здесь разрабы сделали все очень круто. Так. А чё ты так ходишь-то? Так. Слушайте. Он чего это залип? Так, а тут есть что-нибудь? Интересное. Так, ладно, что с тобой тебе сделать надо? Она застряла, твоя помогай. Давай это. Так. Окей, давайте. Чё, тебе жарко, что ли? Вон, на травку встань. Жарко ему, видели? Так. Так, здесь надо понизить. Выходи, дорогая. Так, чуть понизить еще. Ну что, ты не выйдешь, что ли? Так, давайте-ка вот так удалим. Не понял. В общем, короче, сет здесь нужно... Так. Так. Ну иди сюда, что ты?
Так, давайте вот тут еще. Так, как это не очень понятно. Так, давайте спрячем. А, она может быть застряла ногой. Может быть, ее нужно. Вот так сделать. Или наоборот опустить. Освободилась? Вроде да. Не понял. Здорово. Она застряла, твоя помогай, давай это. Так. Да погоди ты, не прыгай. Хватит прыгать. Ага, ребят, честно, не понимаю, что надо сделать. Так, давайте еще. Взять. Так. Ага, здесь так держать. Я сейчас вырую тебе яму, дорогая. Непонятно. Может быть, все надо разобрать? О, я, кажется, его сейчас утоплю. Так. Слушайте, я понять не могу, что надо сделать. Где ты застрял-то? Господи, женщина. Так, ладно, давайте, знаете, что делаем? Давайте пошлем ее пока в задницу, потому что я потом подумаю. Сейчас может быть какой-то другой квест. Так. А, она с глазами? Да, глаз. Глаз можно взять, отлично. Так. Окей. Я просто что плаваю-то, мало ли, вдруг. Так, что тут у нас? Блин, ребят, еще музыка такая классная. Я вообще, я просто прусь пока от этой игры. Это можно сосканировать. Это что? Лиана. Хорошо. Так. А не знаете, они зеленым так поблескивают, когда... Так. Ага, вот еще что-то нужно сделать с этой штукой. Понятно, здесь надо поднять. Он застрял, помогай, давай, помогай. Нужна дорожка через лаву. Хорошо. Положите несколько блоков с помощью инструмента для изменения ландшафта. Доступно. Добавить и удалить. Так. Так. Давайте вот так сделаем, так будет проще.
Добавить, удалить. Отлично. И у нас есть золотой блок. Хорошо. Хорошо. Так, что? Можно создать новый остров в море или ступени к небесам. Угу. Инструменты ваши и решать вам. Хорошо. Так, что тут? Он застрял, помогай. Давай. Кто застрял? Кто застрял-то? А, мужик, да? Значит, нужно что? Нужно взять эту штуку. А как... так, разместить блоки. Смена режима. Ага, форма блока. Так. Смена свободного пространства. А как поменять-то? Так, он не пойдет явно. Так. А можно мне как-то это изменить? Так. Изменить размер указателя. Ну, я тебя вот так вытащу, в принципе. Так, и уменьшить. И что, ты не выбираешься? Что тебе не нравится? Так. Здорово, мужик. Пинка ему. Нет. Чё за фигня? Так, ладно. Интересно, это багульчики или что? Доступен новый тип открытия. Вот и ваш первый персонаж. Вы получаете доступ к персонажам, выполняя задания. После этого их можно купить и разместить в мире. Понял. Так. Он застрял, давай помогай. Да, чё помогать-то? Вот я тебе нового мужика сделал. О, ты чё, слышь? Ты на кого рот разъявил, абориген? Не, вы видали? Вы видали? Он на меня напал. Мой же этот. Блин. Так, изменение ландшафта. Это понятно все. А ты тут, если я сделаю, пойдешь, нет? Блин, тут пицца. Дорогая, он тебя не хочет, слушай. Я тут уже на ступеньки построил. Так, ладно. Это то. Так. Что-то не пойму. Замена свободного пространства включена, выключена. Так, ладно. Так, ладно, это форма.
Ага, через Shift можно вот так. Ага. Так. А как? Тут ты параметры инструмента. Вот так вот. Во. Так. А можно через Shift сделать? Так. Давайте побольше сделаем. Максимально. Максимально. Так. Поднимаемся. То есть выше я не могу. Дядь, а дядь, ты реально утомил. Так. И как же мне быть-то? Так, дядь, я придумал. Сейчас, смотри. Мы сейчас тебя поставим на блок. Толкнем немножко так, чтобы ты обратно упал, может быть. Так. Дядь, ты чё, как, живой ещё? Слышь, любимая, он к тебе не хочет. Он вообще к тебе не хочет. Кстати, вот это надо взять. Нет, это уже взято. Так. Он застрял, давай помогай. Моя, давай это. Блин, ладно, давайте отойдем, может что-то изменится, потому что это какой-то бред. Ладно, пойдемте туда. А реально, то есть, ну... Не совсем понятно. Квест не люблю вот такие, когда, знаете, они очевидные, но они где-то вот не так поставил, и все буганулось. Так, это что? Это есть. Так, пошли. Так, с ними мы разобрались. А их можно сосканировать, наверное, да? Пещерный человек женский. Хорошо. Погнали. Так, эти все есть у меня. Так, теперь, значит, что мы сделаем? Так. Так. Форма. Ты шутишь, что ли, роднулька? Так. Слышь, да она уже не застряла. Все, отдавай мне блок. Так, а можно перезапустить? Так. Блин, и нельзя, да? Окей, давайте тогда сделаем так. Повышение, понижение, квадрат. Ой, блин, убрал. Так. Параметры убрать.
Так. Где я сломал эту игру? Черт я знаю. Так. Ну все, ровненько-то. Женщина, вы пойдете, нет? Так. Теперь давайте возьмем. Еще раз, только мы теперь выберем добавление удаления. Да, тут, наверное, было сразу добавить, удалить и все. Так. Так, вот эти блоки все поудаляем. Может быть, все надо удалить? Типа надо скелет убрать и все. И тогда она выйдет. Как вы думаете? И вот тут еще кусочек скелета остался у нас. Нет, да? А, забавно. Давай я тебе новую подарю, а? Хочешь? Давай. Я тебе новую подарю. Вот. Держи, тетеньку. Так, это вернемся. Оно застряло, твоя помогать. Да пошел ты. Ой, я в лаву упал. Так, давайте сюда. И сейчас еще одну вещь попробуем. Есть у меня еще одна мысль, конечно. Добавим тут блоков. Может быть, она к нему подойти не может? Да нет. Ребят, напишите в комментариях, что нужно было сделать-то? Почему так произошло? Странно. Ты что, забаговалась, тетя? На тебе по щам. Так, там тут тетя забаговалась, а там не разбаговалась ли? Не, ну это, конечно, обидно, но это просто не пройти тогда. Это надо заново игру начинать. А я тут слишком много сосканировал. Вот он просит тут. Ага, отлично. Он застрял, твоя помогай. Хорошо, все, смотрите. Это хорошо, что они изменили. Так. Нужно что? Нужно поднять. Поднять кубом. Так. Выше тебя надо поднимать, да? Давайте вот так сделаем. Побольше площадь сразу. Вот так. Так, поменьше площадь, чтоб я видел. Так. Сюда. О, нет, нет, нет. Пониже. Пониже.
Так, и в чем он застрял? Простите. Да. Лично мне не совсем понятно. Что за фигня? Так, может быть, удалить надо блок. Непонятно. Вот честно, непонятно. Он застрял. Ну, типа, вот он ногой, я так понимаю, застрял. Или что? Давайте к нему сходим. Ты в чем застрял, мужик? Привет. Блин, я тебе помог уже как мог. Ты все еще чувствуешь себя застрявшим, брат? Брат, я не пойму тебя. В чем сила? В омах? Может, тебя просто вверх надо поднять? Давайте вверх подниму на максимум. Так вот тебя поднимем. Ща я тебя сброшу со скалы, смотри. Так. Так. Сейчас вот это все уберем, чтобы он ни за что не зацепиться не мог. Ёперный ты по голове. Что с тобой делать-то? Ну давай. Поближе. Господи, я сейчас уже ерунду выдумываю на самом деле. Так, теперь вот это все убираем. Так, вот так вот. Чтоб не мешало. Женщина, он рядом с тобой. Чего вам не нравится-то? Господи. Ну они должны как-то сами бежать. Ну ладно, ребят, сейчас еще посмотрим ту барышню, что с ней произошло, да? Может быть, она вернулась на свое место? Так, тут ходит тетенька. Да, она вернулась на свое место. Так, ну давайте удалим блок. Вот сейчас простое испытание сейчас будет. Ой. Так. Так, подождите, подождите. Да по господи. Ты глянь, драться хочешь, что ли? Блин, у меня хпульчики-то не резиновые. Так, вот смотрите, вот у меня нога типа в блоке застряла, я так понимаю, да? Давайте попробуем удалить блок. Изменение ландшафта. Чик. О, освободилось. Нет?
Нет. Что-то не так. Так. Ты видишь своего муженька, нет? Он стоит здесь. Ждет тебя. Тупая курица. Ладно, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что с этим сделать надо, если знаете. Вот. А мы, соответственно, обязательно продолжим это Лего-представление уже в следующей серии. С вами был Артём. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, потому что уже скоро мы продолжим это Лего-путешествие прекрасное. Я просто надеюсь, что мы быстро пройдем вот это все заморочки, и в следующей серии обязательно вернемся уже и попрем дальше на открытие огромного мира и будем там все изучать. Так, ну что, друзья, с вами был Артём. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока! Пока!